нам эту идею подал наш общий стилист, на самом деле, потому что он очень сильно любит творчество Аврама, ему нравится мое творчество, и он очень хотел, чтобы его два артиста вместе спели. Вот прям его была мечта. Он говорит, можно я вас познакомлю? Вдруг, ну, мало ли что. И буквально, по-моему, 2 недели проходит, и я получаю на почту песню. Композитор Тарас Паненко, поэт Алиса Осенина. И тут я понимаю, вот мы же искали дуэт. Я тут же отправила песню Аврааму. Это большое дело иметь, то есть в руках песню, потому что мы хотели возобновить с Кристиной Арбакайте спустя 10 лет так сделать какой-то проект. Мы целый год не могли найти ни одной песни, понимаете? Аранжировал ее я в Америке, ее здесь записали, конечно, на студию, и выпустили, и все радиостанции взяли. Это тоже еще одна большая проблема, что одна станция берет, другая не берет. А бабах, так как говорят, в десятку попали. Надо было срочно снимать клип. Мы поехали в Армению, снимали клип. Ну, однозначно понятно, даже не видя еще клипа и слыша песни, что это будет, я так думаю, с восточными напевами, красивыми, с Огдианой и Авраама. Это будет, бесспорно, позитивная песня о любви. Но, может, скорее всего, это будет лирика, а быть может, и средняя темповая. Все может быть. Ну, мне кажется, что будет такое прям вот восточное-восточное-восточное. Я не знаю, что это будет, но я сегодня, может быть, попаду в Египет. Режиссер клипа Жор Милоян. А вот по поводу сюжета, это вот мы вместе с Алисой Осениной, с поэтом, мы как-то с ней сидели, переписывались и думали, вот что же можно такое вот в эту песню? Нет невозможного. Нужно туда вот, как в тексте, что-то очень человеческое, истории людей. Нужно как-то отобразить, и не одну. Вот мы поняли, что нам хочется показать хотя бы, ну вот там, 4-5 историй. Клипмейкер старался. Дай Бог ему здоровья. Если с любовью к своей профессии отношусь, так результат очевиден сразу. Будь со мной, будь со мной, просто будь. Нет невозможного, нет невозможного. Я как психолог могу сказать, что дуэт — это всегда лучше, чем когда человек один. И когда это мужчина и женщина, мне кажется, это всегда интерес. А еще, когда они красивые, а еще это когда Авраам Руссо, мне кажется, классно. Талантливая работа, хорошая песня. Я тоже сейчас ищу в своем репертуаре очень такие, ну, важные стихи, которые говорят о жизни, о любви, самое главное, а не то, что там, где там слезы, сопли. Некоторых до слез даже дотронуло. Да, честно сказать, я на половине клипа просто проследилась немножко. Я так и думала, что будет, как обычно, прекрасно, шикарно, дико, красиво и очень-очень любвеобильно и мило. Спасибо огромное, что вы пришли. Я особо с благодарностью отношусь к вам, что вы поддержали нас на самом деле. И видите, вот ради этого, то есть вечера, даже моя семья, они прилетели сегодня прямо несколько часов назад из Америки поддержать. Я всегда говорю, можно менять цели, но ценности менять не надо, нельзя. Все о творчестве и творческих людях на канале TVM Channel.